Так, народ, всем здорово, и у каждого, наверное, наступает такой момент, когда вот есть 40 гривен в кармане, есть любая машина на любой вкус, вот весь гараж заставлен, можете сами увидеть, есть лоурайдеры, есть мотоциклы даже, есть вот такой вот ржавый мотоцикл, есть нержавый мотоцикл, и есть вот эта вот прелесть. С такой машиной моральный дух поднимается сразу же до небес просто. Вы посмотрите на этот... дизайнерский шик, я даже не могу объяснить словами, это просто нужно видеть, насколько все продумано, насколько тут детализировано, это прелесть. Ну, чтобы познать это все, нам нужно устроить тест-драйв. Погнали! Думаю, что отдельно стоит рассмотреть салон, ведь это классика 70-х. Это то, что нам нужно в бандитских разборках. Я думаю, сейчас будет неплохой идея заснять вот такой вот прохват по ночной улице. Вид спереди. Так, вроде бы все окей. Ох, блин! А не, посмотрите. А теперь давайте посмотрим и сравним повреждения на этих двух машинах. Первое, что смотрим вот это вот крыло, смотрим на фару, на бампер. Все в хлам. Водитель тоже в хлам. А наша ласточка в идеальном состоянии. Потому что это настоящая машина. Из настоящего металла. Безопасность превыше всего. А, кыш отсюда. Так, мешает мне тут обзоры снимать. А, да, кстати, огромный минус этой машины, это то, что она вызывает бурю эмоций у всяких бандитов. И они пытаются постоянно у вас ее украсть. Пытается вам как-то навредить, но это вам помеха, что ли? Я не знаю, у вас что, в багажнике калаша какого-то не найдется? Это не проблема, по-моему. Вы что, хотите сказать, что нас не пустят в автомастерскую? Хотя да, ходят легенды, что их не хотят ремонтировать. Нет, это так не работает. Нужно развернуться передом. О, да. Это то, что надо.
курей в багажник можно сложить, плюс 100% прочности из-за картонного обвеса, не даст полоски по бокам. Это реальный славкар. Ну, в общем, вот такая вот у нас машинка получилась. Протюнинговал на максимум, не хватило денег на турбину. Ну, это такое дело, у нас же... Главное, что аэродинамика у нас на высшем уровне. У нас тут капот не мнется, если на его стать. И ездит достаточно быстро. Ну, а машина — это всего лишь груда металла. Если у вас нет никаких воспоминаний о ней, если вы... не испытывайте никаких чувств, это реальная груда металла. Ну и для этого нам нужно больше приключений. Вот что реально офигенно, это прям идет в комплекте с машиной, и у вас появляется ability заезжать на газон. Вот так вот. И мне никто ничего не скажет. Я могу ставить свою машину где захочу, как захочу и в любых условиях. Может даже сфоткаться. Также после покупки данного транспортного средства у меня появилось новое оружие в инвентаре, и смотрите на это. Я вам скажу, никакой калаш вам тут даже в сравнение нельзя поставить. Вот это вот оружие, вот это вот то, чего люди боятся. Смотрите. Они явно шокированы, возможно, будут вызывать сейчас полицию. Но вы посмотрите на это. Бегут как стадо овец. Вот вам. Вот это вот реально сила этой машины. Ну и плюс у меня есть возможность сделать вот так вот. И мне никто ничего не сделает. Позбираю деньги на тюнинг и уеду отсюда. Также вдобавку к ability заезжать на газончик, на травку, у нас есть возможность заехать на пляж. Извините, я новичок, только права получил. Так, сейчас я припаркуюсь, извините, больше не буду. Ну, в общем, у нас есть возможность выехать на пляж, и нам опять же никто ничего не сделает. Опять же, у нас есть еще дополнительная обилка, это то, что... если кому-то что-то не нравится, начинает выражаться как-то, мы можем сделать вот так. И они сразу же от нас отстают. Ой, сори, разрушил чей-то замок. И я не знаю, совпадение или это, но как только я купил эту машину, затюнинговал, у нас сразу же появилось испытание осуществить самый длинный прыжок на земном транспортном средстве. Средствия ведут, кто-то там ведет, а я веду машину. И вот так. Попробуй ты на своей коломаге так повторить. Ну и сразу же я занял первое место. Вот так вот. Вот так нужно ездить. Сейчас технические неполадки. Что же делать? Сейчас мы приедем, у нас тут... внедорожник позавидует проходимости. Правда, бывают и такие ситуации.
Но с помощью православной молитвы в GTA 5 можно перевернуть эту машину и поехать дальше. Кстати, ее тоже идет в комплекте при покупке. Также вы можете заценить, как эта машина выглядит в богатых районах. Я думаю, она прям вливается сюда на все 100%. Я думаю, возможно, у вас еще остались какие-то сомнения по поводу безопасности этой машины, по поводу того, крепкая она или нет. Мы перейдем сейчас вот такой вот краш-тест и расставим все точки над «и», я думаю, ничего сложного. Прикол в том, что большинство моим зрителям просто-напросто русский алфавит не дает расставить все точки над «и». А я вот могу это сделать. Я из Украины, и я горжусь этим. Так, ось другого у нас точка скидання автомобіля, і зараз ми будемо десантуватися за ним, перевіримо всі пошкодження. Можливо, від нього не залишилось жодних шматків, все розбилось на друзки, і ми нічого не знайдемо. Так, наш гелікоптер досить м'яко сів. Надіюсь, у нас також все вийде, ми добре сядемо. Так, підлітаємо до нашого супер-мега автомобіля, перевіримо його пошкодження і зараз зробимо оцінку, таку от сертифікацію пройдемо. Так, щоб ще я міг керувати цим парашутом, було б все добре. Оп! Так. Добре, зараз підійдемо, перевіримо все. Ну, ви самі бачите, що все як було, так і залишилось. Машина в ідеальному стані, можемо продавати спокійно і ніяких проблем у нас не виникне. Ні в нас, ні в майбутнього користувача. Через деякий час, після того, як затмарення мозку проходить, у нас з'являється питання, як вибратись звідси. І відповіді чекати довго не довелося, ми зразу знайшли вихід і ніяких проблем, вихід завжди можна знайти. Так. Оп, добренько. Добренько, добренько припаркувались, добренько виїхали. А така у нас супер машина, може протиснитися в любу щілину, в любу дірку і... Це просто супер. Ніяких слів підібрати більш не можу. І тут я хотів би поговорити з вами про практичне користування цим автомобілем, тобто використовувати його в повсякденних цілях. Виконувати якісь завдання, їздити по картошку, собирати бураки і так далі. Тобто це наші основні завдання, які поставлені на сьогодні. От зараза. Не дає нам договорити нормально. Зараз вирішаємо це питання. Ну вже. Так. Ну засранці, питаються втікти якось, ну у вас нічого не вийде, народ. Ця сумка моя! Ну, от я вам скажу, в GTA 5 досить важко, якщо у вас немає зв'язків з мафією, і ви одні сам за себе, це дуже тяжко. Коли проти вас йде ціла команда напором. Один проти всього світу. Це важко. Ну, але сумка стає все ближче і ближче до мого автомобіля, до мого
Бэтмобиля. І може тікати. Спокійно. Спокійно. Так. Мені здається, я вибруся і зараз доставлю цей вантаж. Так, у нас тут трохи ще одна проблемка. Ще одна місія на доставку вантажу. Зараз ми беремо цю сумку з грошима. З тими 40 гривнами, які в нас... Які нам дуже треба для того, щоб стати багатими. І... Глипердуємо звідси. Oh no, shit's happened! Добре, а ми знаємо, що у нас автомобіль зовсім маленький, і ми можемо просунутися в любу щілину. Зараз ми спробуємо обережно виїхати з цього прекрасного двору і закінчити цю смердючу місію. Мені не просто смердюча, а прям лайняна місія. Ще враховуючи те, що за нами ганяються лайняні люди, мені це зовсім не подобається. Ну добре, відео вже підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, дизлайки. Обов'язково кличте своїх друзів на дане свято, адже кожне моє відео – це справжній фест. Дякую вам ще раз і до зустрічі.